Здравствуйте. Как узнать, что растение нуждается в пересадке? Во-первых, вам подскажет сам внешний вид растения. Если растение вдруг начало вянуть, обязательно надо посмотреть корни, что там с ним происходит. Или качество грунта какое-то стало плохое, и растение чувствует себя в нем тоже довольно-таки плохо. Но еще есть критерии, по которым сразу видно, что растение нужно пересаживать. Во-первых, это тот момент, когда растение разрослось, полностью заполнил собой горшок, и расти ему просто больше уже некуда. Поэтому, вот, чтобы увеличить площадь роста растения, то его нужно пересадить. Это актуально для тех растений, которые дают несколько стволов и которые разрастаются вширь. И еще один критерий для пересадки. У каждого горшка есть дренажные отверстия, и как только корни начали появляться в дренажном отверстии, это то же самое сигнал о том, что растение срочно нуждается в пересадке. Это говорит о том, что растение полностью заняли горшок, и расти им больше некуда, и они вот вылазят из дренажных отверстий. Вот по этим признакам можно будет сразу же определить, пересаживать растение или нет. А это важно из-за того, что каждая пересадка для растений – стресс. Но и затягивать с пересадкой в некоторых случаях тоже нет, нецелесообразно.